дня, с вами канал Кота Тоза. Добро пожаловать на новое видео. И сегодня у нас будет битва скинов, 6-я часть. Погнали просмотру ролика. И сегодня я буду оценивать моих подписчиков. И сейчас на сцене Блокман. Мы будем его оцениваться с моими судьями. Бешеный Алмаз и 2D Pro. Бешеный Алмаз поставил... Бешеный Алмаз поставил 8. 2D Pro поставил 70. А я поставлю тоже 80. Хорошая оценка, у него томатный скин. И в принципе красивый, так что... ну. Он заслуживает этого, так что вот. Давай следующий у нас Рокси Фокси. Это такое название. 4 из 10. Ну я поставлю, знаете, такой скин дешманский, я не знаю, могу так сказать. Потому что надо было, да, подготавливаться, ведь знаете что, я поставил 3 из 10, ну скин вообще не очень, так, так что, ну извини, Рокси Фокси, но это так. Давай в следующий раз подготавлюсь, в следующей части по-нормальному. Следующий у нас Невер. Тоже, в принципе, хорошо. 10 из 10, прям круто, прям крутая оценка. Ну, вроде бы подготавливался или не подготавливался. 2D Pro поставил 8 из 10. А я поставлю, значит, наверное, так. Я поставлю 8 из 10. Почему бы нет? Я тоже поставлю 8 из 10. Хорошая оценка. Так, давайте, пожалуйста, следующий Бешеный Алмаз. Так, следующий у нас, это, как сказать, Денис. И так, вот он поставил 72 2D Pro. Сейчас мы ждем оценку Бешеного Алмаза. Бешеный Алмаз поставил... Так, сейчас я тоже подумаю, поставить. Так, Бешеный Алмаз поставил 70. Тоже, думаю, поставил, так. А, Бешеный Алмаз 6, извините, просто не видно чат. Так, я тоже поставил 60. Типа, ну, знаете, у нас такие разные, такие одинаковые мнения. Так, Бешеный Алмаз поставил 70. Вот и про 6, прям одинаково просто. Это у нас получается Кенди. Вот так, ну, у него скин хотя бы, ну, хотя бы получше Рокси Фокси. Поэтому я поставлю 5 из 10. Ну, знаете, ну, могу подготовиться бы что-нибудь такое крутое одеть. Ну, в принципе, так себе. Могу так сказать, так себе. Так, следующий у нас, как сказать, Кот Нуб. Котик Нуб. 2D Pro поставил 6 из 10, а Бешеный Алмаз поставил... Бешеный Алмаз поставил 70. Я сейчас поставлю тогда 5 из 10. Хорошая оценка. Шучу, какая хорошая. Так, вот следующий у нас, как говорится, это... Self. Я не знаю, как его вообще называть. Я поставлю 3 из 10, ну, такая оценка. Да, согласен, дешевка. 4 из 10 поставил 2D Pro, и Бешеный Алмаз 1 из 10. Мне кажется, надо было еще меньше, но я не знаю, уже поздно. Скин как у Рокси Фокси, так что можно практически назвать плагиатом. Ну, не совсем плагиатом. Так, Киберпанк, куда вы идете, Киберпанк? Эй, вы не судья, Киберпанк, йоу-йоу-йоу. И победители у нас. Первое место, Блокман. Второе место, Невер. И Денис занял третье место, ребзя. Это очень круто. И, в принципе, я согласен, что так коротко. Ну, 3 минуты, конечно, не знаю. Хотя, все, 3 минуты коротко, как я думаю. И у нас ПВПшка, ребята. Чё, меня убили, как всегда. Прям очень быстро убивают. Я даже, блин, не подготовился толком. Вот с Блокманом мы здесь возродились. Как и поняли, места, кто победил. В принципе, коротко, ясно. Давайте будем начинать скоро ПВП. То есть мы пока будем на все базы идти и будем начинать ПВП, готовиться, там, броню. Ну, вообще, ребята, я уже вот купил тут оружие. Думаю, ты еще сейчас поем. И давайте будем нападать на команду. Здесь я не умру сразу же. Так, давайте начинаем ПВП. Я прошу слово ПВП. И мы начинаем. Бух-бух-бух-бух-бух. И да, ой, господи, я упал. Опять. Ненавижу эти падания. Вот, я блоки специально ставлю под собой. Короче, будь, я буду на чайку. Вот, я прям проверяю каждый блок. Вот здесь я лучше не хочу. Это опять снова упасть в бездну. Так, ладно, на кого же напасть? Тут уже некоторые команды, как видите, уже яйца сломали. Вот, например, синий остался один всего лишь. А желтый, хотя я на экране не вижу. Так, а да, синий один остался, желтых вообще не осталось. Остались только вроде бы только зеленые. И их надо победить. Ну, еще и синие. Так, давайте вот здесь надо построиться. Так, это команда синих, как я понял, потому что здесь у них яйца нету, получается, они яйца сломали. Вот я одного человека там вижу, уважающий, так что я сейчас его попробую убить. Так, это Кенди, Кенди, все, Кенди убит, ну ты, это, реакцию надо развивай, хорошо в ПВП, в следующий раз. Ну вот я броню, короче, от него взял, я же говорю, ПВП, ну ладно, ладно, там еще вот кто-то строится, надо хочу его победить. И... Ай, иди, 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 иди,